Это Олеся. Всем привет. Вы на канале? Это Олеся. Алис, что сегодня мы будем открывать? Показывай. Куклу. Куклу. Давай посмотрим, что это за кукла. Вот такая кукла. Вот такая коробочка. Это кукла это из вот такой серии. Это давай покажем. И Толя. Да, смотри-ка, здесь есть, вот в этой серии есть вот такие розовенькие, оранжевые с желтой лошадкой, красные с такой розовой лошадкой. Вот такая сиреневая тоже куколка. Вот у нас сегодня попалась куколка оранжевая, с оранжевой лошадкой. С такой. Мы сейчас ее откроем и посмотрим, что это такое. Откроем. И гу-гу будет лошадка делать. Давай посмотрим. И гу-гу. Привет, я кукла. Держи-ка. Вот, куколку открутили. Сейчас открутим все остальное. Привет. Вот, как куклу будут звать? Ну придумай, как ты ее назовешь. Какое имя придумаем для куклы, для нашей? Как буду звать куклу? Алиса. Алиса, тоже как ты, Алиса. Смотри, вот еще лошадка. Вот такая лошадка. Давай, посмотри лошадку, я покажу куклу. Да, вот так можно кататься. Кукла может кататься на лошадке. Вот так. Вот так. Иго-го, иго-го. Да, и посмотри лошадку, посмотри, какие волосы, я покажу. Вот эта кукла, у нее очень красивые глазки. Они вот такие вот прям стеклянные, что ли, да, и у нее очень... Есть, смотри, а есть, есть, прямо есть. Сверкают. Да, что есть, бантики уже есть, да, ну сейчас еще там заколочек много всяких, сейчас мы все откроем. Вот такая куколка, и вот такая вот лошадка с такими красивыми волосами. Вот такая розовая, с таким розовым хвостиком и с таким, с гривой. Девочку-куклу зовут Алиса, а лошадку, как ее зовут, лошадку? Ну, подумай, как... Пони. Ты... Пони, лошадку зовут Пони, хорошо. Привет, Пони. Привет. Я Пони. Я помню, а как Алис? Какого? Не делается так. Смотри, есть расческа, чтобы расчесывать нашу лошадку. Это не девочку, это лошадку. У девочки не причесываются волосы. Ну-ка, она. Есть вот такая расческа тоже, чтобы расчесывать лошадку. Еще есть много всяких заколочек. Вот сколько заколочек. Мы можем закалывать их в нашей лошадке. Еще здесь есть... И еще здесь есть вот такая коробочка, сердечко, и там резиночки, еще какие-то штучки. Сейчас посмотрим, что там такое. Смотри, Алис, ты причесываешь лошадку? Молодец, смотри. Смотри, что здесь есть. Так, здесь скотчем тоже заклеимся. Смотри, Алис, какие заколочки. Смотри. Вот такая цветочек, вот такая клубничка. Смотри, Алис. Яблочко, тоже цветочек, вот такой цветочек, это груша, а это тоже цветочек такой желтенький, и вот виноград. Смотри, Алис, сколько заколочек, давай заколочки наденем на нашу лошадку, красиво сделаем ей, заколем. Ну что, какую заколочку заколем? Смотри, Алис, какие красивые заколки, какую мы заколем лошадку? Вот, на, выбирай. Эту. Яблочко. Давай заколем. Бум. Сиди, кукла, смотри. Смотри, мы сюда яблочко и приколем. Вот здесь заколочку такую. Ну, подожди, его-го. Давай заколку приколем. Алис. А то не получится. Опа, смотри, как красиво, Алис. Яблочко, смотри, заколочка. Какую еще? Давай. Вот. Ну, попричесывай куклу. Смотри. Вот такой цветочек. Ой. Приколем фиолетовый? Какие для... кукла?
Так. Это Барби, чем я. Смотри, Алис, смотри, красиво сделал. Алис, смотри. Ой, это Барби. Падает кукла. Смотри, Алис, смотри, как сделали. Как обесёрченько. Хвостик причеши тоже, на хвостик нужно сделать. Вот эту хочешь? Давай я тебе помогу. А это? Нет, это хвостик. Смотри, это чтобы вот так нужно. А это? Резиночку надеть вот сюда. А это что? Это резиночки. Смотри, Алис, я тебе показываю. Вот так. Резиночки нужно вот здесь завязывать. На хвостик. Резиночку. Нет, на руку не нужно это надевать, потому что ты себе сделаешь больно. Зато мы можем тебе заколки приколоть на волосы. Смотри, а Алис... Давай тебе приколем вот такой красивый цветочек. Давай. Вот. Теперь давай тебе еще приколем. Вот такой голубенький приколем, синенький. Вот сюда. Ой, как красиво. Смотри-ка. Очень красиво. Еще вот эти кай. Это тоже тебе приколоть? Тоже тебе на волосики желтую? Ну давай, давай. Хорошо, давай все тебе заколем, давай. Спокойненько посиди. Вот. И все тебе? Все. А лошадки? Да. Давай одну лошадки оставим. Она тоже хочет. А это тоже тебе? Давай. Это баба. А эту для лошадки. Давай на хвостик, а то у нее на хвостике совсем нету заколочки. Одну на хвостик сделаем. Угу. Хорошо. Вот такая нарядная лошадка. Давай еще одну резиночку ей тоже сделаем. Давай. Вот. Ты хочешь все резиночки? Все. Ну, это нужно косички заплетать вообще-то. Ну, ладно, давай пока просто прицепим. Сейчас, подожди по очереди. Можно тебе тоже резиночку, если хочешь, сделать. Не гость. Тебе тоже резиночку? Давай тебе тоже здесь резиночку завяжем. Вот такой хвостик. Эту, ну или эту. Они две зеленые, смотри. Держи ровно голову. Да. Ай. Это акулки. Ай-яй-яй, это акулки. Это акулки. Это не для куклы, у куклы здесь. Ну, ты знаешь, можно и кукле тоже одну. Кукле. Можно кукле вот так просто надеть на хвостик, как будто бы мы ей надели. Вот так. И у куклы тоже, смотри, есть. Ну вот, вот такой у нас сегодня был набор. Привет, уже пора говорить всем пока, ты кукла. Всем пока. Ну, поцелуйчик сделай, хорошо. Подписывайтесь на наш канал. Молодец. Все, скажи пока-пока. Вот мы всем нацепили заколочки, все. И всем. У лошадки такие красивые заколочки. У Алис вон сколько. Покажи поближе, как у тебя красиво. Наклони голову сюда, покажи поближе. Нет, вот сюда голову наклони, чтобы было видно. Вот сколько красивых заколочек. У всех есть. У лошадки есть. У Алисы даже у куклы резиночка. Покажи резиночку у куклы. Вот здесь на хвостике у куклы тоже резиночка. Ну вот. Да, и еще есть вот такие расчески. Вот такой наборчик с прическами для лошадки. Все, пока-пока, Алис. Пока-пока. На, кукла пусть скажет пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.